У нас же вообще в Советском Союзе 100 с чем-то народностей, да? Вот, например, в Китае 56 народностей. И я вот, ну, в Китае я так смотрю, они же очень внимательно относятся к своим малочисленным таким народностям, да? Каким образом? А малочисленные народности имеют вот абсолютное, вот когда университеты поступают, прежде всего берут из малочисленных, даже если они набрали баллы. Вот. А потом уже сами китайцы идут. Представляете? А потом я вот смотрела, все там малочисленные, значит, народности, они все говорят на своем языке. Я говорю по-бурятски плохо, но я все понимаю. Я понимаю, о чем говорят и так далее, но я плохо говорю, потому что я в Ленинграде только... В общем, все детство и всю юность я была в Ленинграде. Вот. Это поколение, значит, уже вообще не знает. А что такое язык? Понимаете, да? Через язык, вот, утрата языка, то есть потеря вообще полностью своей... ощущение, ну, принадлежности к народу, к своему. Вот. Как это сделать? Я думаю, это вообще нужно фронтально. Прежде всего, обязательно язык.